Народ, тут на днях стартовало 1 сентября, это означает, что видео будет выходить нестабильным. Но в будущем буду снова стабильно делать видео, но я надеюсь, что вы меня поддержите комментарием или лайком. Меня это очень сильно мотивирует делать новые видео. Ну что же, погнали. Так, на этой неделе у нас бой для вступления в раздачу. Думаю, не надо объяснять, как он работает и для чего он нужен. Главное, что мы ничего не делаем, а получаем игры. И это всего-то в двух кликах. Не верите? Ну что ж, давайте посмотрим на данную программу. Ну и все, вот мы в данной программе. Данная программа называется Gift Seeker. Так, как-то так себе, не соглашайтесь. Так, думаю, будет лучше. Gift Seeker. Так, данный бой позволяет нам вступать в раздачу. Кто бы сомневался. Тут-то есть 1, 2, 3, 4, 5 сайтов. Сайты раздают игры и вещи. Хотя сайт по вещам тут только один. И как же заставить этот бот, чтобы он работал? Все очень просто. Нажимай на эту кнопку. Если вы не поняли, на какую я кнопку нажал, это называется на сайт. И вот, мы на сайте FollowLX. И как же начать вступать в раздачу? Да все очень просто. Мы авторизируемся через Steam. Больше нам ничего не надо. Дальше мы просто нажимаем старт. А дальше бот просто будет за нас вступать в раздачу. И больше ничего. Steam Gift. На самом деле, я на этот сайт, конечно, вступаю в раздачу, но вступаю лично. Не через бота, а сам. Indiegogo. Опять же, авторизируемся, закрываем, нажимаем старт. На самом деле, кроме как вступать в раздачу, данный бот ничего больше не умеет. Он даже вам не скажет то, что вы выиграли ту или иную игру. И поэтому вам придется им лично заходить. Хотя на самом деле, в будущем разработчики говорят то, что они хотят реализовать данную цель. И, возможно, в будущем даже будет такая функция, как вступление в раздачу с разных аккаунтов. Иначе говоря, вы можете на тот же Indiegogo привязать сразу 3 аккаунта, иначе у вас будут шансы в 3 раза больше, чем у обычных людей. Подписываемся на канал, ставим лайки, если вам это помогло и хоть как-то посчиталось вам полезным. И подписываемся на мой YouTube канал, если я вам как личность интересна. До встречи!